Привет, дорогие друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Битва Стикманов продолжается! Игра Stikvor Legacy продолжает выпускать новые уровни, а мы с вами продолжаем их проходить. Сегодня пятница, а это означает, что вышло два новых уровня, которые мы сегодня посмотрим. Что с этого получится, ты узнаешь, если поставишь лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, что ты успел поставить лайк, а также не забывай подписываться на канал, жать колокольчик и все уведомления. Нажимай красную кнопку подписаться, если ты еще не подписан. Хватит болтать, поехали. 107 уровень. Пережить атаку на рассвете. На нас будут нападать враги, и тоже у нас есть прокачка. Я думаю, что мы с тобой попробуем прокачать таких вот мелких юнитов, яромечников, а также рудокопов, которые будут нам тут все добывать. Потому что я не успею, наверное, собирать денег для постройки крутых каких-то чуваков. Стоп, это что, зомби? Я не был готов к зомбарям. Вот зомбарики, блин, я не то прокачал. Значит, тут надо что-то другое, ребята. Ладно, коль это зомби, значит, я быстро включаю режим рудокопа, а мы должны добыть как можно больше золота для постройки наших юнитов. Будем брать количеством. Давайте, пацанчики. Если честно, немножко побаиваюсь, но все же, давай. Будем брать кучу мелких. Можем, в принципе, еще насобирать на великана, но великан у нас не прокачанный, потому что я поинты все вложил в рудокопов, а также в ХП наших яромечников. Давай мы сразу будем строить много-много яромечников. Давай мы тут отключаемся. Надо еще парочку рудокопов. Ребята, у нас 3 минуты, чтобы остановить эту атаку. Насколько я помню, что зомбарьки со щитами, они очень крутые. И то, что они маленькие, это ничего не означает. Потому что у них может быть много хп. И они реально довольно круты. Давай строим яромечников, ребята. Мы пока что не применяем никакие бусты. Пробуем пройти так вот, без ничего, чисто на стратегии. Но если у нас это не получается, мы здесь врубаем вот такой вот режим, что-то покупаем дешевое и проходим, потому что на самом деле кристаллов у меня не так уж и много. Дай бусты, я потратил все на 100 уровень. Кто не смотрел ролик, где я проходил 100 уровень, обязательно посмотрите. Там реально была эпическая атака. Так, я вижу, что с деньгами у нас проблем нету. А вот есть проблема с временем. Потому что наши юниты не успевают строиться. Давай побольше, ребята. Может быть, мы попробуем сейчас атаковать врага после того, как он разломает стену, да? Потом будем здесь драться-драться. И после того, как мы уже либо завалим их, если не завалим, возьму одного юнита, буду бегать вокруг, и наши замковые уже будут там постреливать. Пока что берем количеством. Смотрите, у нас очень много юнитов. Давайте зомби. Не знаю, будет ли у них подкрепление или только эти чуваки. Но посмотрим, ребятки. Блин, я думаю, что стоит, наверное, сделать хотя бы одного мага. Ребята, чтобы бить по области, вы поняли? Вдруг тут будут какие-то зомби бронированные. Я просто возьму мага и буду бить по 3 юнитам. Плюс буду делать одного прислужника. Маг, конечно же, не прокачан, но ничего страшного. Я думаю, что мы как-то справимся. У нас очень много денег. У нас даже не успевают юниты строиться. Мне интересно, как же они будут ломать эту стену? Ребята, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да начнется вражеская зомби-атака. Они супер быстрые какие-то. Пока они будут ломать стену, я думаю, что у нас еще есть секунд 5 в запасе. Страшно, очень страшно. Помочь им поломать стену? Давайте, ребята. А все, у нас максимальное количество юнитов, которых мы можем построить. У нас 50 очков из 50. Давай, в атаку пошла! Жух, не знаю, что происходит. Я сразу беру мага. Бью по области. Ударил. Строительство юнита ведет. Бесконечно должно идти. Да это легкотня какая-то. Они довольно бронированы. Смотрите, у них много хп. Но! Они даже отлетают от моего удара магией. Давай. Легкотня, ребята. Просто разломали их, вы видите?
Это было несложно. 107 уровень на максимальной сложности, потому что мы, ребята, все такие крутые, мы все на опыте. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас в сундуках. 4 ящика. Хо-хо, это круто. Давай попробуем их открыть. Идите сюда, мои сундуки. Что вы мне принесете? Мне нужно много кристаллов. Давай открываем первый. Потому что я потратился. Ух ты, лучник, это круто. Зомбарь, руда. В принципе, нормально. Руда хотя стоит недорого. Всего лишь 20 кристаллов. Так, 25. Корона, это лазер из глаз. Нормально, она, по-моему, стоит 100 кристаллов. Так, вот это 125, что-то интересное. Отлично, давай еще. Плеть, ускорение строительства. По-моему, 50 кристаллов нормально. И тут тоже, в принципе, достойный лут. Движемся дальше, пережить атаку на рассвете. Снова будет так, дед. Короче, это все мертвечина, ребята. Будет идти против нас. Пойдем вперед, максимальная сложность. Что мы тут выберем? Гигант будет какой-то. Давай снова этих наших яромечников сделаем. Добычу руды быстро. И тут еще сделаем. Сразу делаем рудокопов. Вот они, ничего себе! Ребята, что это такое? 3 минуты есть у нас. Так, нам что-то дали. Стрелы. Стрелы и меч. То есть игра нам намекает, что мы должны строить именно вот этих яромечников, потому что, ребята, нам дали меч для их буста. То есть, в принципе, неплохо, что я все это все прокачал. Давай еще рудокопа делаем. Конечно, для четкой победы мне нужно сделать буст. Потому что я чувствую, без буста у меня ничего не получится. Вот давай мы один буст используем. И сделаем еще одного рудокопа. И еще одного вроде бы. Давайте, пацанчики, добывайте, добывайте. Будем брать количеством. Хотя великаны, конечно, будут бить по области. И мне это не нравится. Мне кажется, что придется также делать одного мага, чтобы как-то сдалека попробовать дамажить врага. Ага, мага. У меня нету магов. Я только, ребята, увидел, что у меня луки. Также капитоны и мечники. Они же здесь называются яромечники. Типа такие ярые мечники, крутые. Да, мне не помешало бы, конечно, ребята, прокачать луки. Возможно, мне понадобится строительство, ребята. Вот как раз плеть, которую мы получили там для увеличения скорости. Потому что я вижу, что у нас не будет проблем с деньгами. У нас будет проблема с этой армией. Тем более, что у нас 2 великана. Я не знаю, как они вообще будут бегать, на что они способны. Мне бы перебить вот этих зомбарей спереди мелких. А потом я уже буду бегать стикменом, обычным капитоном, кружить. Не буду подпускать к статуе вражеского великана. И таким образом я смогу с наших замковых лучников завалить великана. Это мой план такой. Правда, он не очень, но все же. Вам не кажется, что как-то у нас мало армии? То есть, ну вот, у них и у нас. У них и у нас! Что происходит? Как нам с ними бороться? Раз, два, три, четыре, пять. Это 22 юнита мелких плюс 3 топовых великана. Мы просто не справляемся. Так, мне нужна плеть. Суперстроительство. Вот сразу плеть включил. Сейчас наши все пойдут. 3 секунды до атаки. Ёлки-палки! Пошли в атаку, давайте! Сразу включаю, ребята, вот здесь вот мечи. Давайте, пацаны, рубите! Строй, строй, пока буст работает. Пацаны, выносим! Буст закончился, еще один включаю буст. Валите великанов. Не знаю, сколько у нас юнитов. Да они вообще дикие, за секунду победили, чё? Можно было вообще один буст для мечника включить. Они развалились. Я 2 уровня прошел где-то минут за 10. Конечно же, воблер, стратег. Да, ребята, я безумно рад, что мы прошли, но как-то уж очень легко. Может, мы быстро прошли, ребята, потому что мы крутые стратеги, и я правильно выбрал тактику, что строил маленьких стикменов, а не капитонов, потому что капитоны, они бы не справились с таким количеством врага. Ну что ж, бро, с тобой был Воблер, игра Secure Legacy, оставайся на канале, смотри другие ролики, скоро увидимся, пока.